нужно попробовать. Но знаете, но все равно можно запустить прямой эфир. От тебя будет все равно будет вокальный, но будет просто. Давай через механик попробуем. Я подержу. Ой. Вот он. Но он почему-то не. Ну чего? Начинаете. Все пошло, говорят. Все, нормально. Все. Давай, все, мы для уже в камере. Давай быстро. Все, ты запустился. Хорошо. Все. Ребята, начинаем. Так, камера у нас... Не, не надо так всю дорогу стоять, я у тебя перехвачу. Ты здесь? Команда, Илья, мы готовы? Так, ну, судя по всему, мы в эфире, дорогие друзья. После долгого карантина, самоизоляции и подпольной жизни мы пока еще подпольно, но начинаем давать концерты. И, в общем, я надеюсь, что мы начинаем новый сезон регулярных концертов. Сегодня день медика, поэтому так уж, да, Лер, приурочим ко дню медика, наверное, сегодня, потому что мы еще выйдем позже в эфир прямо на телеканал «Доктор» и поздравим наших дорогих друзей. Но пока поздравляем всех медиков, наших дорогих врачей и отдельно нашего Рашада Абышева, Бадбу Башанкаева и многих других. Но мы еще поговорим об этом. А сейчас я представляю Лера Ломакина и ее группа «Маэстро, урежьте тушь». Далеко от земли, на 600 световых, в глубину, там, где все бесконечно одни. Ты не бойся, я пристегну по реке метеорных дождей. Бродят спутники смелые и становятся все. Всегда, и будет все, как всегда, и будет все, как всегда, куда же ты, а солнце катишься, и будет вечно звезда, и будет вечно, вечно, и будет.
бодренькую композицию. Не хватайся, да? Uno, dos, tres, Ну что ж, дорогие друзья, мы пока еще решились, такой не квартирник, а подпольник, мы решили его все-таки в формате квартирника, когда ведущий разговаривает, во-первых, с музыкантами, а во-вторых, в общем, как-то надо же в конце концов оправдать свое присутствие в кадре, почему это идет у меня на канале. Поэтому я хотел бы Лере задать пару вопросов. Ну, во-первых, как ты пережила эту самоизоляцию? Каково было музыкантам без
репетиции без игры, с редкими репетициями, сидеть в подполье и не иметь возможности обратиться к слушателю. Нет. Вот если сейчас покажут нашего гитариста, я вижу, что он за 3 месяца, говорю, что вообще как-то поменял полностью облик. Имидж. Имидж. Я думаю, что по сегодняшней энергии можно заметить, что все соскучились, да, друг по дружке, по музыке. Ну а вообще карантин, мне кажется, полезно было многим провести в каких-то мыслях о том, куда мы все бежим, почему мы не остановимся на секунду и не подумаем, а тем ли мы занимаемся, с теми ли мы людьми, а наши ли это мечты. Поэтому вот я свой карантин провела вот в этих мыслях. Ну, голос не пропал, я вижу. Ну, вроде как. Да, ну, судя по тому, что как Саша колотит у нас в барабаны, то он как-то активно сдерживал всю энергию. Саша накопил. Саша, да, Саша определенный накопил. Уровень. Для тех, кто не знает, представлю, наш ударник Александр Маевский. Соло-гитара Игорь Лишенко. Бас-гитара Артем Жаворонок. Ольга Петрунина, клавиши, и Михаил Акимов, саксофон. Ну, и Лера Ломакина. Ну что, мы продолжаем? Удалось справиться с техническими... Да, вроде говорят, мне удалось справиться с техническими некоторыми неполадками. В любом случае, дорогие наши зрители, извините, если мы немножко лажаем в плане съемки, но это как бы, поверьте, первый подпольный концерт без репетиций. Спасибо, продолжаем. Лера Ломакина. Следующую песню я хочу посвятить своим северным землякам, друзьям. Привет передаю Зеленому Бору и Карелии. Это песенка для вас, ребята. И Мурманской области, Оля подсказывает. Тоже землячка. Ой, чует сердце, будет дым. Ты пошел по следам моим, у нас тут холодно и страшно. Здесь в обещаниях вековых потонуло так много своих, что словно ножичком под их этот запах твой домашний. Yeah.
Крис. Спокойненькую песенку, наверное, чтобы все расслабились, выдохнули, отдышались. Дорогие друзья, мы тут с ребятами, с музыкантами выучили одну композицию, которая нам всем единогласно очень понравилась. И мне, наверное, она понравилась больше всего, потому что, наконец-то, там нужна
дурная энергия, которую я с трудом могу применить на каких-то своих концертах, потому что ну, нужно хотя бы делать вид, что ты в адеквате, да, даже если это на самом деле не так. Но вот эта песня позволяет побаловаться и спеть остренько и ярко. Из любимых наших композиций. Смотри, как я танцую. Для всех тех, кто засиделся на карантине и может сейчас под эту замечательную композицию потанцевать рядом со своим диваном. А потом обессиленный упасть на него. Я вообще-то не такая и не западаю на пареньков вот так. Но ты пошел мой ритм ломаем, во все клетки проникай и украс порога мой флаг. Да я все понимаю, но просто умираю под огнемом по контрасту глаз. Что мне этот придаст, балласт этот придаст, нас точно арестует. Вспышки доцепелов, не смотри на него, Лера, но не дай ему уйти сейчас. Надо стать смелой, ну что же, блин, делать? Смотри, как я танцую. Давай,
тут накроет, но он кричит: ты мой личный бог, солнце, низ живота болит, если ты с орбиты. Опять слетаю с орбиты, ай. Я вообще-то не такая, вообще-то не такая. Умираю под огнем и по контрасту класс. Что мне этот витас был? Этот витас нас тупо арестует. Пусть ты цепелов, не смотри на него, Вера, но не дай ему уйти сейчас. Надо стать смелой, ну что же, блин, сделать? Смотри, как я танцую. Спасибо огромное, Игорь. Что ты скажешь нам в этот прекрасный момент? Это не я сказал, это микрофон, подожди, запутался. Я понимаю, что тебе просто отдышаться нужно, поэтому немножечко, ты меня так... Да, у нас еще есть одна песенка. В смысле, каверная. Всего одна? Ну, мы можем побольше поиграть. Побольше поиграть, а потом мы вот в 7:37 мы, наверное, после перерыва включимся уже в телеканал «Доктор». Угу. У тебя будет возможность отдышаться, и коверов мы собирались побольше. А у меня вопрос с первой песни, которую ты написала. Ну, самая первая. Из сегодняшних услышал? Нет, 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 вообще. В детстве, может, что-нибудь. Самая первая песня. Ты похожа на человека, который в детстве пытался писать песни? Мне кажется, не очень. Стихи? Я писала стихи, причем мама плохие. Сказала, да, что сохранилась тетрадка целая. Я не помню ни одного стихотворения, что там записано. А вообще музыку... Может, это и к лучшему? Скорее всего, да. А вообще музыку пишу где-то лет, наверное, с 18 или 17. У меня даже старые записи есть, но они совсем... стыдные, наверное, для того, чтобы понимать. А мы их попытаемся реанимировать. Мы из них реанимировать. Бит сделаем и положим. Да. Вот, но пишу давно, да. А ты вот текущий репертуар, который сейчас? Разные есть. Песни, которые отлежались уже лет 7. Есть песни совсем свежие, которым года нет. То есть тут такая сборная солянка. Из сегодняшнего я просто не помню. Мы вот сколько работаем, я не помню, что ты что-то за этот год написал. А это мы еще не все сделали, Игорь. Мы же, не, да? Мы же хотим удивить то как-то публику. Скрываешь от своего продюсера, да. Что-то там пишешь. Новенькое. Ну что, отдышалась? Так, да, козырек. Не буду. Хорошо, выдавать. Но я думаю, что мы где-то еще минут 20-то поиграем для нашей публики. А уж потом... Что мы поиграем, дорогие друзья? Это уже... А давай реквием. Сыграйте, сори, вдвоем реквием. Ребята подыграют. Оля, как ты считаешь? Я считаю, что да, это хорошая идея. Пугачевский. У Пугачева есть такая. Уж сколько их упало в этот мир. Вы видите, как рождается творчество. Да, на самом деле я объясню, откуда потрясающе. Это взялось в репертуаре Леры. Это была моя идиотская идея, потому что нас коллеги позвали выступать на вечер, посвященный Марине Ивановне Цветаевой. Абсолютно непонятно, как это было привязано к Цветаевой, потому что там все, что там было, было не про Цветаеву. Вообще, это была такая большой концерт сборная «Солянка» в клубе, я не помню, как он называется. Но это было такое кабаре. Вот. Единственный, кто там ответственно подошел к этому вопросу, это была Лера, потому что я сказал: Лера, выучи реквием, Пугачева и тебе пойдет. И Лера с этой песней гастролирует, по-моему, с огромным... По свету. Да, причем вот сейчас, конечно, нехорошо шутить на эту тему, но когда кто-нибудь умирает, мы обязательно приезжаем туда, и Лера поет эту песню. Поэтому у нас есть специально... Да, мы играем на похоронах и танцах. Вот мы в Питере успели отыграть прямо в очень странном составе. Там даже я вышел на сцену, правда, не с Лерой. Это было давно, правда. Но вот именно на концерте памяти нашего замечательного друга, нашего гитариста, которому довелось нам играть, Александра Пономарева. Ну что, готовы к реквиему? Да. Хорошо. Тогда я... Так, ну а сначала мы споем один из популярных каверов. Исполнительницы ЛП.
Мне лично очень нравится эта композиция. Надеюсь, она вам также придется по душе. When you get older, play the same. When you remember all the danger we come from, don't act like embers fall and tender. Only upon an ace of no surrender, years ago. And well, you know, smoking if you got it, cause it's going down. All I ever wanted was you. Микрофоны убрали. Идет, да? А, тут немного обратной связи получается. Значит, она так смешно получилась. Я на днях зазвал своего приятеля в эфир. Он бывший замначальника зоны. У нас сегодня вся тема про зону.
Вот. А и он вспоминает сейчас в Фейсбуке, как мы в конце прошлого года с ним выпивали в кабаке. Я ему рассказывал про тебя и сказал, что в общем, сделаю все, чтобы тебя раскрутить. Сейчас весь этот народ смотрит концерты, он в том числе, и пишет, у меня впечатление от нее, как от Земфира в конце 90-х, холодок внутри. Знаешь, что ему отвечают? Ну вот не стыдно Леру с убогой сравнивать? Там у тебя фан-клуб появился такой мощный, поэтому... Да, сказано, но вот городу Омутнинску Кировской области передал. Мы как поколение, выросшее на Земфире. Знаешь, как карлик подходит к Макаревичу и говорит, Андрей Вадимович, мы выросли на ваших песнях. Видимо, не до конца выросли. Так что обратная связь у нас есть, концерт смотрит и смотрит много, и мы... Тебе дать отдышаться еще или продолжим? Можно. А можно я все-таки представлю музыкантов? Конечно. Давайте мы что-нибудь сыграем такое, так, чтобы было понятно, кто где. А что, играйте, что хотите. А? Хорошо, еще раз тогда представляю музыкантов. Слева от меня Игорь Нелин. Соло гитара. Игорёш, ну слабее, потому что... Нет, наоборот, посильнее. Нам после одного концерта подошли и сказали, что давно не видели таких потрясающих музыкантов. Вот и особенно на Игоре они там. Александр Маевский. Ударные. Артем Жаворонок. Бас-гитара. Я впервые, кстати, вижу бас с пятью. С четырьмя видел и играл, с шестью видел, а вот с пятью нет. Где-то Артем подкрутился и лишнюю струк. Клавишная. Ольга Петрунина. Ольга Валентиновна, заслуженный артист, уже не помню, какой СССР у нас. И саксофон Михаил Акимов. Ну и, Лера, не сломай лампу, пожалуйста, вернись. Не выходи из кадра, тебя опасно выпускать. Лера Ломакина, прошу. Дорогие друзья, ну что, мы сыграем какую-нибудь заключительную композицию? А, может, можно исполнить, можно автодар? Все знают автодар? Кроме меня. Ребят, я могу забывать слова, поэтому буду петь по Чехову. Что такое петь по Чехову? Это как бы петь по-английски, но не знаю слов, поэтому я начинаю. Watching her strong in the night, so wide, wondering why. It's only after dark. In her eyes, a distant firelight burns bright. Thank you.
Ну и песня, которую все могут подпевать, потому что текст очень простой, женское имя — Варвара. Hey, hey, hey.
долго ждать. Этом бы хорошо и закончить, но нет. Я думаю, что еще одну песню, и после этого мы уйдем на перерыв, после которого появимся в эфире телеканала «Доктор». Я просто пока играю, ты пока отдышись, я смотрел на Игорёшу и вспоминал старую легенду, когда вас еще не было на свете почти всех. Ходил в конце 80-х, в начале 90-х, легенда, что в грузинской армии чины различаются не по погонам, а по очкам Ray-Ban. Вот у кого самые крутые, тот и генерал. Попроще, которые дешевые палёны. Так что, Игорёш, ты вот с твоими очками, по-моему, ты теперь генерал грузинской армии. Я, правда, много раз спрашивал в Грузии, они мне говорят, что это легенда. Но кто его знает? Может, легенда, зато красивая. Валерия Сергеевна, да. Вы решили? Решают с репертуаром. Сейчас, тогда минуту. Ну что? Да, в общем, у вас силы еще остались. Они так тихо совещаются за моей спиной. А давайте жребий просто бросим. А? В эфире нас не слышно. Но повторяться не хочется. Повторяться не будем. Повторяться будем в эфире телеканала «Доктор». Так особенно. Ну, давайте. О, боже. Сейчас на память. Вот именно то, что я не хотел, чтобы они... Итак, Антон Павлович Чехов и уровень английского Валерии Ломакиной представляют песня «Шизгара». We'll be right back.
Ну что ж, нас уже пригласили на гастроли по зонам Кировской области. Да, из города Абутнинска уже позвонили. Надеюсь, строгого режима. Ну, для тебя любой режим будет строгим. По крайней мере, не будешь его нарушать. Ну что ж, на этом мы прерываем нашу трансляцию и появимся ровно через полчаса в эфире, нет, даже через 35 минут, в эфире телеканала «Доктор». Будем поздравлять наших медиков еще раз. Михаил Акимов, саксофон, Ольга Петрунина, клавишные, Артем Жаворонок, бас-гитара, Александр Маевский, ударный, Игорь Нелин, соло-гитара и Лера Ломакина. Спасибо. Спасибо, мы все.